Меч османов занесен над Византией. Македония и Болгария стонут в турецких руках. Если мы не встанем плечом к плечу, завтра исчезнет и Сербия. Послал нас Георгий Кастриот от имени Лиги албанских князей. Он предлагает тебе союз против турок. Георгий Кастриот предлагает мне променять дружбу с могущественными османами на союз с пастухами албанских гор? Ты завел дружбу с бешеной собакой! Как осмелился ты, сын пастуха, разговаривать так с королем Сербии! Я мог бы казнить его, но я милостив. Увидите его. Мы одни разобьем турок, и тогда никто не даст выкупа за твою голову. Оставьте нас одних. Зачем горячиться? Мы здесь одни и можем говорить как друзья. Всем известна твоя храбрость. Ты дрался как лев под Валикарной. Ты первым подошел к стенам Шкодрой, но всю славу у тебя украл Скандербек. Разве ты хуже него? Нет, не он, а ты должен править Албанией. Ты, кажется, родился в Турции. Да. Албанию должен править человек, преданный султану. Султан отравил моего отца! Это было сделано по желанию Скандербега. Лжешь! Неужели ты слышишь это в первый раз? Скандербег не захотел делить землю отца с братьями. А если завтра у него родится сын? Он не женат. А разве давал он когда-нибудь обед без братьев? У Реонити есть дочь. Дуника? О, я знаю, она красивая и нравится тебе. А предпочтет она Георгия. И ты будешь нянчить наследника земли кастриотов? Шакалы в горах будут смеяться над тобой. Подумай об этом. Да, подумай об этом.